Сады России представляют. Картофель горняк. Есть такие садоводы, которые предпочитают сорта, вот не какие-то там голландские, имеющие средний размер клубня, а чтобы это был действительно такой картофель. Две бросил и ведро, четыре съел и наелся, чтобы он был покрупнее. И вот в научно-производственном объединении Сады России в коллекции есть сорт с очень крупными клубнями. И называется этот сорт... Горняк. Вот это далеко не самые крупные клубни. Они имеют где-то массу в районе 200 граммов, а вообще горняк может и 300, и 400 граммов клубень давать. И при этом он не дуплится, то есть не появляется полости внутри, что бывает характерно для вот именно таких сортов с крупными клубнями. Кстати, на разрезе он такой очень плотненький, имеет вот такую вот светло-желтую окраску. Сорт горняк очень хорошо хранится. Он формирует очень высокие урожаи с одного куста до 1,5 килограммов. Сорт очень хорошо хранится, среднего срока созревания и имеет очень высокие вкусовые качества. Содержание крахмала в сорте горняк доходит до 17%. Вот такой вот крупноклубельный сорт. Это, кстати, сорт уральских селекционеров. Предлагает садоводам-любителям научно-производственное объединение Сады России. Ну, прекрасный сорт для тех, кто любит клубни покрупнее. Покупайте картофель «Горняк» в интернет-магазине «Сады России». Ссылка в описании. Зайдите в наш интернет-магазин, жмите ссылку на экране или посмотрите другие видео на нашем канале.